Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в этом году 24 августа. Традиционно в этот день многие кинотеатры устраивают бесплатные показы популярных отечественных лент. Фонд кино совместно с Минкультом объявил голосование за картины, которые покажут в «Ночь кино». Ивановцы также могут принять участие в онлайн-опросе. На сайте информационного агентства ТАСС в разделе «Культура» на выбор представлены 26 российских фильмов. Комедии, драмы, боевики, а также мультфильмы для детей. Голосовать можно за неограниченное количество конкурсантов. Сейчас в лидерах рейтинга военная драма «Балканский рубеж», комедия «Полицейский с Рублевки» и военно-приключенческая картина «Т-34». Голосование продлится до 10 июля. В кино покажут три фильма, которые наберут наибольшее количество голосов. В нашем регионе участие в акции примут 19 учреждений кинопоказа. Это частные кинотеатры, кинозалы, открывшиеся в рамках программы поддержки фонда кино, и муниципальные учреждения культуры. Информация об акции «Ночь кино» размещена на сайте Департамента культуры и туризма.